Первый заместитель министра культуры региона Наталья Суханова и ее коллеги прибыли в Саров с рабочим визитом. В программу входило посещение двух важных объектов. Они побывали на стройке Центра культурного развития. Оттуда делегация направилась к музыкальной школе. Там идет ремонт в рамках национального проекта «Культура». Подрядчик делает благоустройство территории, крышу и фасад здания. Сейчас идет демонтаж обветшалой части кровли и ее замена. Также рабочие укладывают тротуарную плитку. Внутри работ практически нет, согласно проекту, сделанному еще в 2015 году. Но на сегодня такой подход себя и жил. Федерация нам ставит условия, чтобы мы включались в комплексе, чтобы мы сделали с вами в комплексе учреждения и не возвращались к этому вопросу лет 10. И это правильно. Далее, у нас сейчас работает система, хочу сразу вам сказать. То есть мы полноценно капитально ремонтируем объект и укомплектовываем музыкальными инструментами. Наталья Суханова предложила администрации впредь разрабатывать проект таким образом, чтобы включать туда и полноценный ремонт внутренних помещений и обновление материально-технической базы. Что касается работы в музыкальной школе, подрядчик идет с небольшим отставанием от графика в полторы недели. Но до 1 сентября все работы должны успеть выполнить. Планируем работу завершить в срок. Есть трудности с поставкой материалов с кровельным. То есть вы фактически ставите план себе до учебного процесса, есть некие вопросы с поставкой оборудования? Не оборудования, материалов. Потому что материал, во-первых, увеличился в несколько раз, это первое. Вот, и отгрузки идут тяжело, потому что все заводы загружены. Вот в субботу приходит часть материалов. А вот надпись «Музыкальная школа» на свое место уже не вернется, останется только на входной группе. Помимо предусмотренного проектом ремонта, в школе заменят окна. Часть средств сэкономили в ходе летних работ, остальное выделят из местного бюджета. Срок до 30 ноября, но руководство школы надеется договориться с подрядчиком, чтобы все работы провести до 30 сентября. Помимо этого, мы еще и меняем ковровое покрытие на требуемый линолеум, собственно, во всех рамках. Также мы, собственно, производим и иные ремонты, например, ремонт инструментов, ремонт противопожарной сигнализации и так далее. Также в этом году будут устанавливать противодымную вентиляцию в концертный зал. В связи с этим, так как будет часть зала разобрана, просто кровля, она будет в каком-то виде таком промежуточном, потребуется профессиональный ремонт концертного зала, так как у нас и акустика, собственно, не соответствует. Также в планах благоустроить внутренний дворик и создать пространство для отдыха и занятий творчеством воспитанников и музыкальной школы, и соседней художественной. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.